Пешик, ставь чайник. Мне понадобится больше чая. Всем здравствуйте, с вами Антоша, вы на канале Нуклеон, и мы с вами продолжаем проходить Elden Ring. И как я и говорил, между сериями я немножко поковырялся в настройках качества, в настройках картиночки, чтобы вот когда я вот так вот делаю, картинка особо не шароёбила. И что значит мне удалось нарулить, что мне удалось намутить? Я посмотрел всякие разные YouTube-видосики, я посмотрел всякие форумы, и вообще, в принципе, при моей видюхе, которая у меня, а у меня 3060 Ti, вроде как не должно каких-то быть пролагов, просадочек, но они есть, поэтому пришлось мне лезть в панель управления, что-то там менять, тыкать, пришлось лезть вот сюда вот в настроечки, сейчас я тебе покажу. Поменял, во-первых, разрешение экрана, должно, в принципе, быть нормально, как бы, я не знаю, для вас, по идее, не должно особо много измениться по качеству, я надеюсь. Напишите мне, пожалуйста, сильно ли картинка стала хуже по сравнению с первым видосом, мне это важно на самом деле. И поставил вот такое вот качество, то есть где-то что-то выключил, где-то что-то понизил, где-то что-то как-то, ну, короче, вот такое вот. В принципе, картинка вроде и так хорошая, вроде и так отличная, но ты все равно мне напиши, пожалуйста, насколько стало хуже. Или нормально до сих пор, как бы все вроде как хорошо. Потому что, в принципе, качество я оставил текстурок на максимум. Вроде как все красивенько, не знаю. Прикольно, даже вон тенька есть моя какая-то. Все вроде как хорошо, все вроде как классно должно быть. И какой значится у нас план сегодня на вот эту вот серию? На коняшку мы, скорее всего, сейчас забьем пока что. Придем к ней попозже, потому что мы ее тут будем ковырять 30 лет. Вот, пока, наверное, не буду я особо ее ковырять. Поковыряю попозже. А сегодня у нас с тобой план пройти... Вон, видишь, вот всякие вот эти вот лучики мне написали еще в комментах, но я это и в прошлый раз заметил, что они указывают на мою цель. И моя цель, как я понимаю, это застава у ворот. Сейчас нужно ее пройти. Вот, пройти... Опа, храм Элле. Ой, здравствуйте. И сидит какой-то Санта-Клаус. А это костер, оказывается, нихера себе. Подожди-ка, дай-ка я коснусь немножечко. А что тут Санта-Клаус делает? Алло, Дед Мороз. Карта позволяет мгновенно переместиться в любое открытое место благодати, однако в некоторых подземельях и других областях вы такой возможности лишены. Но это я знаю, хорошо, ладненько. Здоровенький, а ты кто? Ты из погасших, я это вижу. А можно камерой покрутить? Я его не вижу. А еще я вижу, а я тебя не вижу. Что ты не собираешься меня убивать? Я не знаю. Почему бы тебе не прикупить безделицу другую? Я Кале, поставщик отличных товаров. Так, Кале, о Кале. Кале, о Кале. А что-то у тебя есть, да, прям прикольное? В меню магазина можно покупать различные предметы за руны. Вы также можете продавать предметы и получать руны взамен. Да ладно? То есть тут можно прям вот это вот как в первой части не только у бабки получается продавать, да? В основном-то мы у бабки всякое продавали, конечно. Ой, в первой части, говорю, в третьей. Хорошо. Получается, много всяких продавцов должно быть. Много всякого можно будет продать, купить. Хорошо. Это прекрасно. Ну, в принципе, было бы странно, если бы они от этого отказались, конечно. Ладно, что я вот тут удивляюсь-то тоже. А, телескоп. Какая-то херня. Ну, ладно, подожди. Это пока ладно. Это пока все это. Хотел я тут сказать одну штучку. Ну, что ж, до встречи. Сейчас мы о нем еще прочитаем. Там, бум, выберем этот... пунктик о Кале. Что я хотел сказать еще? Многие написали мне, многие такие, как бы, тоже недовольные, типа ты выбрал класс рыцаря, все понятно, опять с оружием будешь ходить, опять вот это. Я думал, что я сказал в прошлой серии, а сам посмотрел, ну, не особо я сказал. Короче, какой план-то по вот этому, по классу, не классу? Я буду просто проходить, да, как вот сейчас прохожу, сейчас, например, с алебардой, получаю какую-нибудь штуку, например, какое-нибудь пиздатое заклинание, или пиздатую пиромантию, или еще какую-нибудь хероту, я не знаю, что угодно. Если она мне нравится больше, я беру ее. Если мне нравится какая-то пушка больше, я беру эту пушку. То есть, вот так я планирую сейчас проходить, а не так, что я выбрал, и я такой, ну нормально, с этой алебардой я до конца игры нахуй, нет. Такого я не хочу. Я хочу все-таки весь спектр как бы попробовать, ощутить, в принципе, это будет прикольно, я думаю. Так, давай еще раз. О Кале, давайте все-таки о Кале. Я из кочевого народа. Путешествую и торгую. Когда раскололось кольцо Элден, на землю поразило безумие. А, эту землю. Лишь такие погасшие души, как ты, не дают всему иссохнуть окончательно. Скажем одно. А, скажем так, я очень рад такому клиенту. Да ёпта, чего у меня сегодня? Чего у меня сегодня? Ну что ж, до встречи. Чего у меня сегодня с буковками? Так, подожди-ка. А что за рекомендация?
Знаешь, если ты не против потратить пару лишних рун, то купи себе набор мастера. С набором мастера можно создавать простейшие предметы. Без него ты вряд ли здесь выживешь. Набор стоит недешево, и признаюсь, я продаю его с выгодой для себя. Но главное, это твое выживание, ведь мне дорог каждый клиент. Ну, чё ты, по-моему, наёбываешь, короче. По-моему, это не рекомендация была, а рекламка своего товара. Найдя стол кузнеца, вы можете усилить свое оружие с помощью рун и кузнечных камней. Также в Междуземье можете встретить кузнеца, который сможет сделать ваше оружие еще мощнее. Да пиздец тут всего, надо запомнить-то. Подобрать кузнечный камень. Хорошо, и можно воспользоваться, да? Пиздец. Это жестко. Это жестко, очень много всего. Так, смотри, нам надо идти по компасу, смотрим, вот туда. Вот туда нам надо идти. Нормально, пойдем, короче говоря. Я так полагаю, приведет это нас к вот этой как раз заставе, к которой мы в прошлый раз подошли. Опа. Слушай, а ночью тут прям удобно, да? Ночью тут прям удобно постелсить за ними. Можно их видеть нормально, они тут с факелами ходят. Вот знаешь, кто-то написал мне в комментах, типа, что... Так, подожди-ка. Вероятно, рыцарь. Кто-то написал мне в комментах, что типа Elden Ring очень похож на смесь Dark Souls и Ведьмака. И бляха, правда. Правда, очень похож. Вот прям честно. Очень жесткий какой-то вот коллап такой произошел. Потому что, ну, реально, что-то такое есть. Так, секундочку. Та-т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 а. Бам! Как мне это нравится! Как мне это нравится! Господи, по стелсу-то охуенно проходить, я чувствую. Так, ну ладненько, пойдем дальше. Здравствуйте, мистер Мушина. Чик! Та-та-та-та-та-та-та. Ой, только не поворачивайся. Резко не по... Ну, не видишь. Не видит, реально? Реально не видит? Ой, блядь, зачем так сделал-то? Все. Вот бей. Да добей его, блядь. Оба какие-то косые. Один промахнулся, другой промахнулся, блядь. Рыцари ебучие. Так, все, берем ягоды. Ягода рябина. А что за звук? Что за звук? Слышишь звук? Корень Нирна, блядь, смотри. Обломок руин. Реально какой-то корень Нирна был. Еще что-то сияет. Это что сияет такое? Вот это сияет. Гриб. Нормально, грибовницу потом сделаем с тобой. Что за нахуй? Навозный жук какой-то. Подожди, куда ты? Куда ты? Это местная ящерка, что ли? Подожди, что нос-то закладывает? Что за херня? Скоробей слез. Карабин слез, блядь. Бывают двух типов, багровые и лазурные. Побеждайте их, чтобы наполнить фляги. Ну, фляги это ладно. Фляги в лягушке. Лягушки в сигушке. Хорошо. Давай сюда потихонечку идем. Это хорошо, это надо запомнить, но это пока не важно, не нужно. Та-та-та-та-та-та-та. А тут никого нет, тут только кусты. Тут только кусты, блядь. Тут только кусты, все. Никого же не было. Хорош. Так, рибинг получили. Вот этого тоже надо загасить, мало ли он встанет, пойдет, короче говоря. Блин, да что нос тут закладывает? Что за прикол? Я же специально все проветрил перед всей этой херней. Так, ну-ка, панч. Ага. Хорошо. Все перед записью проветрил. Все сделал. Нет, блять. Давай закладывать нос, говорит. Так, секунду. Утреет. Утреет, и это плохо. Это что такое? Череп-то я не могу подобрать, что ли, красивый вроде? Бля. Ну ладно. Так, подожди-ка. Мне еще говорили, Антоша, какого хрена ты не пробуешь... тяжелую атаку. Давай попробуем тяжелую атаку. Она, по-моему, вот так вот, да? А, нет, это блок. Это блок. А что тяжелая атака? Кадырил, которая? Или, в смысле, вот так вот? Вот такая, типа. Да-да-да-да. Через shift, короче говоря. Давай через shift попробуем. Бач. Ну, слушай, хорошо, удобненькая. В принципе, удобненькая. Говорят, про нее не забывай. Я такой, хорошо. Я попытаюсь не забыть. Ну-ка, давай чаю выпьем. Подожди-ка. А то что-то нос. Такой нос мне опять говорит. Такой, привет. Вот заметь, вторая серия Элдена, и второй раз у меня опять нос. Опять нос, все как всегда, блядь. Ничего не меняется. Все как всегда. Где застава-то? Что-то я потерялся, подожди-ка. А, вот она. Вот застава у нас, все хорошо. Летают летушки. Ползают лягушки. Давай мы вот так вот зашкеримся, чтобы они на нас не напали. Мне, ну, в принципе, сейчас просто нахуй не нужно. Алло. Улетай. На руках моих улетай. А чего вы тут встали-то? Вы на королёх охотитесь, реально? Нет, не охотятся. Не охотятся, ну ладно, хорошо. Так, надо как-то, короче говоря... Во-первых, здесь есть, кстати говоря, костер, блядь, я вижу. Давай я до костра сгоняю. Подожди-ка, я его, в принципе, не видел. Можно оббежать всю эту шелупонь. Подожди-ка. Добегу до костра, и от костра будем действовать. Будем орудовать, будем действовать, будем все вот это вот дело делать. Получить материал. Цветок из листьев эрд. Хорошо. Значит, я не... Блядь.
Значит, я правильно запомнил. И в слайм-ранчере хорошо сказал, что это зовут Эрд, дерево. Так, утраченная благодать обретена. Прекрасно. Итак, ну здравствуйте. А меня не видно. Меня не видно. Блядь, зачем я так сделал? Зачем так-то я сделал? Ну ладно, хорошо. Хорошо, нормально. Блин, опять уже ночь. Че так часто ночь-то? Или это был вечер все еще? Не понял. Как-то тут прям очень частая херня вот эта вот вся. Че это такое? Какой-то что? О, сундук! Я бы и не понял. Армейский двуручник. Подожди-ка. Армейский двуручник. Ну-ка, дай-ка я посмотрю его. Заценю армейский двуручник-то. 136. А у меня сколько? 125. Плюс 25. ДД. Сила 16, сила 14. У меня силы сколько? А у меня силы 14. Я его буду не очень эффективно использовать, да? А если в двух руках? Или он как бы... Ваши характеристики не позволяют. Подожди-ка. Так, как там было-то? Зажги, насри, туши и смой. Подожди. Ты взял? Вот, ты взял. Нет, ты не взял. Е. Как там было-то? С шифтом же, нет? А, вот. Через Ешечку. И что, нормально? Нормально ты теперь можешь юзать, да? Давай с ним походим, короче говоря. Давай попробуем с ним. Как-то он на спине, конечно, держится. На честном слове, по-моему, он у тебя держится на спине. Смотри, там даже нет никакой ни клипсы, ни хуипсы. Вот придумал, блядь. Так, давай-ка вот здесь вот по сайдам пройдемся вначале. Может, тут какой... А, руины у ворот. Почему я заставой это назвал? Руины у ворот. Та-та-та. Та-та-та. Бля, стелс такой классный стелс, конечно, вообще охеренно. Этого мне прям не хватало, как будто бы. Опа-опа-опа-опа-опа. Опа-опа, подожди-ка. Сейчас, короче, ух, блядь, Ван Дам будет, нахуй, подожди. Так, давай. Банч, блядь, банч, нахуй. Видал, как умею? Подожди. Ну, в принципе, нормально. И алебарда хороша, и это хорошо. Нихера, да? Мне было очень классно. Армейский меч. Ну, у нас двуручный армейский меч, да, или какой там? Это, по-моему, попизже. Так, секундочку. Давай-ка вот на этого точно так же. Хуякс! Бля, очень классный удар. Вот этот вот в прыжке очень охерительный удар. А где тут этот босс-молокосос-то? Местный. Который ультра-рыцарь. Он где? Так, ты такой, что случилось? Непонятно. Где он? Он же был здесь только секунду назад. Вот это, да? А я такой, хуякс! Это я, прыгуч, могуч, антошно-гибуч. Так, а вот этого хера надо сзади, короче, по-любому херакнуть. Надо по-любому его сзади херакнуть. Аккуратненько, смотри-ка. Ту-тунч, ту-тунч, ту-ту-ту-ту-ту-ту-тунч, ту-тунч, ту-ту-ту-тунч, ту-тунч. Сразу же крит ему нанести. Здорово, Егорку заказывал. На-ка, блядь. Нихера себе. Нихера себе. Банч, банч и банч. И все, короче говоря, и все. Особо церемониться-то с ним и не надо было, ну. Так, подберу хирушку. Хирушку подберу болт, который я забью на этих типов. Так, волки. Волки это тоже очень плохо. А чё, забил ты, да, на меня? Ну смотри, блядь, ну смотри. Хуякс! Ох, хорошо, прекрасно. Волк ебалом щелк. Сейчас и ты так же получишь. Так, ну-ка. Хуякс, я тоже с прыжка умею тебя. Блядь, это мой любимый удар теперь, я тебе говорю. Это прям вот топчик же. Это же прям топовая херня, ну я не знаю, прикинь, если у тебя будет какой-нибудь этот, как молот Эрнштейна, ну, условный, да, типа, или какой-нибудь здоровый меч Гатса, как ты с ним будешь прыгать, наебывать всех, ой, бля! Карта Замогилье Запад. Да ладно, это типа у меня все типа доступно, прям пиздато красиво. Так, где у меня карта-то? Подожди, а как я карту открывал? В, И, К, У, Ж, К, М, И, П, С. Блять, я забыл. Я забыл, как карта открывается. На G, короче говоря, да, на G. Вот столько вот у нас доступно. Замогилье какое-то доступно, но оно не слишком доступно. Так, подожди-ка. Это мы вот отсюда вышли. Это мы вот здесь. Близ... А, нет, мы вышли вот отсюда. Пошли сюда. Ну, нихуя мы так-то прошли, уже нормально. Ну, давай двигаться, ладно. Еще мир успеем поизучать, я думаю, в принципе. Кто-то мне тоже написал, что, типа, может быть, все-таки стримы? Ну, если там будет прям какая-то же подробильня, то, возможно, и стримы, да. Посмотрим. Или если просто изучение мира беспонтовое, как бы, то есть бессюжетное, то да. То тоже. Ну, не беспонтовое, конечно, оно не может быть беспонтовым, блядь. Потому что это изучение мира, как бы, ну чё. Чё в нём может быть беспонтово, правильно? Оно, в принципе, должно быть классное. Мне кажется, тут мир достаточно интересный. Так, раз. Ага, хорошо.
Череп-то не берется, нет? Что с ним можно сделать? Можно разъебать его. А, разъебать и достать руну. Опа, здорово, панч. Какая удобная херня. Какая удобная херня этот прыжок. Это просто... Опа, еще костер. Еще костер, охереть. А я же его и не видел. Дай-ка я подбегу тоже, посижу у него. Почему нет-то? Тут, оказывается, можно было чисто по кострам до сюда добраться, и все будет классно. Ну-ка, дай-ка. Зашибенно. Зашибенно, охеренно, все. Отдохнуть... Да нет! Ну зачем? Все же резнутся. Я хотел почитать почиталку. А что происходит? А такого же не было? Здрасте, мать-мать. Спасибо, что спасли меня. Наверное. Она же как-то повлияла на мое спасение, когда я там валялся, правильно? Greetings. Здравствуй. Traveler. Душа, пересекшая туман. Привет, мать. I am Melina. Мелина. Она сама сказала Мелина. А то мне говорят, я все ударения уже проебал. Хотя Мелина звучит получше, конечно. Типа как из Mortal Kombat. Ну а Мелина. Ладно, Мелина так Мелина. Сама сказала, что Мелина. Так сказать, ее тут Мелина не Мелина. Ой. У меня к тебе предложение. Я смогу от него отказаться? Ну давай. Тебе доводилось слышать о служанках пальцев? Чё-то нет. Опа, конь! Они прислуживают двум пальцам и... Пусть парней найдут, блядь. Двум пальцам они прислуживают, блядь. К несчастью, у тебя служанки нет. Хочешь ей стать? Так. Однако, ну конечно, нихуя себе. Как оказывается, просто найти девушку. Я буду усилять руны. И помогу тебе в поисках кольца Элден. Давай. Просто возьми меня с собой. А ты прям будешь за мной ходить, что ли? К подножью древа Эрд. Так давай, чё нет-то, давай. Значит, решено. Призови меня благодатью, и я наделю тебя силой рун. А-а-а. Типа у костров будешь мне помогать. А, еще один момент. Я передаю это кольцо тебе? Так у меня есть слоты для кольца или что? Кольцо ты мне передаешь. Костяной свисток. Свисток или кольцо? Воспользуйся им, если твой путь не близок. В смысле? Призрачный скакун, поток мигом явится на твой зов. А, это же ее конь, поток. Поток избрал тебя. Относись к нему с уважением. Я на коне могу ездить? Да нахуй, блядь. Я на коне могу ездить? Смотри, она какая, да, в матрице живет. Что призвать оседлать своего призрачного скакуна? Свистните в костяной свисток. Чтобы спешиться, еще раз свистните и нажимайте X. Выберите сумки в главном меню. Применить предмет в сумке. Подожди, блядь. Снаряга. Хиряга. Куда мне тут надо? Вот это? Алло. Подожди. Куда его тут пихнуть-то мне надо? Я вроде сюда пихнул. А вроде как и нет. Так, Е. Е. Блять, подожди. Сменить вид, прокрутить, сортировать. Простой вид. Ну-ка. Пожертвовать рун? Нет, подожди. Не-не-не-не-не-не. Мне надо другое ведь. Блять, мне вообще другое надо, подожди. А, оно здесь, снизу. А почему оно снизу? Да, блять, почему колесиком-то нельзя это делать? Что за прикол? Костяной, давай. Ебать! Да ладно! Пацаны! Смотри, как он ездит, блять. Нихуя себе! Вот это стартанул. Здорово. На подзатыльник, блять, иди нахуй. Все, здорово, ёба. На нахуй, я пошел, блядь. Дайте мне копье, я всех нагну с копьем. Охуеть, ты видел, что могу? Не, давай еще раз пиздюлёвым надо. Че, пацаны, догонялки? Давай, давай. Хуякс, хуякс, хуякс. Да мне вообще на вас насрать. Блядь. Ой, нихера себе. Нет, охеренно. Это охеренно.
Мяу, давай еще разочек, блять, хорошо. Хорошо. Ну шо там? Ой, попал, да? Ой, попал-то ты как? Хуякс, хуякс. Вот это вы жесткие, бля, пацаны опасные. Нет, я не знаю, как с вами справляться, конечно, это вообще жесть. Так, здоровенький. Что тут делаем? На-ка, блять, нахуй. На-ка, подожди-ка. Есть идея-то, ебать, есть идея. Пацаны, идите нахуй, все, стоп. Нахуй ворота, есть идея. Есть грандиозная хуйня. Я бегу, блять, я бегу. От меня никому не скрыться. Ну-ка, дайте ко мне сюда одного наездника очень умного, блять, который что-то на меня там выебывался. Подожди-ка. Он и прыгать может, он и прыгать может. Я только хотел сказать, может ли он прыгать, хотя на ЖТФ-ку сам нажал. Опа, здорово, здорово. То бы пизда, блядь, то бы пизда, я бегу, нахуй, я бегу, блядь. Подожди, я алебардецкую возьму, чтобы все по-честному было. Так, снаряга, дай-ка я алебардецкую возьму, она, наверное, как-нибудь пожестче будет. Так, а ты ее можешь две руки-то взять или нет? На-ка, блядь, или надо обязательно одной рукой держаться тебе? Так, секунду, ага, ну ладно, хорошо, так тоже сойдет. Так, секунду, и еще фляжку поменяю. Так, ну здорово, здорово, блядь, здорово, как сам, как сало килограмм, как молодой Ван Дам, на-ка нахуй. Банч, блядь, банч, блядь, на, поджопник. Подожди-ка. Так, ну-ка, ну-ка, я и уворачиваться умею, ты быстрее, на-ка, блядь. Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Кто ты, блядь, просто? Кто ты нахуй? Что ты мне... Ай, блядь, ну ладно, так ты можешь мне сделать. ХП есть у этой, у лошадки, блядь. Что ты мне сделаешь, господи? На, подсрачник. Подожди, я тоже попасть не могу. На-ка, подожди. Ну давай, 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 давай. Что, что, что? Ты посмотри, как я ношусь. Да мне вообще на тебя похую, ну. Мне бы только самому попасть вначале бы еще. Опа, нихуя. Вот это битва на конях, вот это я понимаю. Хорошо. Блять, как мне уже нравится эта игра. Ты посмотри. Ебать, я прям реально наслаждение испытываю. Ай, блять, подожди-ка. Йомэстус. Он тоже восстановится или нет? Да, он тоже чуть восстанавливается. Ай, блять, да я же увернулся. Я же увернулся, ты чего? На-ка. А меня этот поток простит, если он сдохнет? Поток, ты меня простишь, нет? Ать. Хорошо, хорошо, хорошо. Подбежали. Ударили. Не, подожди, подожди, подожди. Увернулись, увернулись. Нормально, нормально, нормально. На-ка. Оп, отбежали, отбежали. Бля, у меня сейчас эпилепсия, конечно, начнется. Ну ладно, нормально. Я надеюсь, у вас не так же. Бач. Блять, блять, блять. Тихо, тихо, тихо. Поточа живем, поточа живем. Пьем. Ага. Так ты, блять, чё меня стопоришь-то? Какого хуя? Или все-таки пока рано мне с ним сражаться? Поточа, что ты думаешь? У нас что-то нихуя тут не осталось. Так, ну-ка, ну-ка. На-ка, ага. Что ты мне сделаешь, блядь? Что ты мне хочешь сделать? Да ху как, блядь? Я за 3 километра был. Ты что, дурак, что ли? Не, он меня, кстати говоря, может убить до сих пор. Он меня может убить, я пошел. Давай, ладно. Давай потом приду. Потом приду, пушечку получше найду. И без коняшки приду. Ладно, я пока не особо научился. Но задумка, задумка, задумка охуенная, мне кажется. На, а потом обязательно устроить эти конячьи битвы. Это получается, скорее всего... Можно же и потока прокачивать. Нет, он за мной бежит, нет? Не, нормально. Эй, блять, службу неси нахуй. Давай тут. Не отлынивай, я пошел. Ну, господи, как это прекрасно. Я прям как маленький ребенок, которого, знаешь, дали какую-то игрушку. Я такой, а господи, это что, мне, блять, это мне? Ой, чаечку побью, подожди. Как это охеренно. Взяли просто скакуна. А знаешь, что я тебе на это скажу? А мои мысли, мои скакуны, блядь, словно искры взорвут эту ночь. Ой, бля, пацаны, мои мысли, мои пацаны, дай-ка я немножечко это, дай-ка я немножечко, наверное, все-таки вот так вот сделаю. Опа, спрыгнули и приседулились. Давай-ка я все-таки отдохну, повышу КП, повышу флягу и уйду нахуй отсюда. Так, а я могу, подожди, я же могу, наверное, прокачаться уже, нет? Я же могу, наверное, что-то вкачнуть, повысить уровень. У меня сколько нужно? А, да, могу, могу. Давай мы... Чё? У нас меч появился, силу качну для меча. Вот как бы оно так вот и будет идти. Получил бы я сейчас какой-нибудь посох пиздатый, ещё что-нибудь. Я бы вкачнул магию, получается, еще что-то. Давай берем вот так вот. И берем в две руки, соответственно. Хорошо. Хорошо, весело, интересно. Так, сперва вверх. Здравствуйте, блядь. Здравствуйте, нахуй.
Приветствую, greetings, блядь, как мать говорит. Ага. Дай-ка тут соберу пока цветочек. Давайте вы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабах, блядь, здорово. Здорово, что за тумба-юмба-то? Кто это такой? Да стой, не стреляй ты в меня. Чё ты меня стреляешь-то? Да хорош меня стрелять. Так, а дед как бы адекват, нет? Вряд ли, конечно. Слушай, дед, тебе чё надо вообще, нет? Так, подожди, ладно, хуй с тобой. Хуй с тобой, дед. Ну-ка. Ну-ка. Так. Губы слишком сухие, чтобы свистеть. Давай-ка еще раз. Не, нихуя. Губы слишком обсохли, пока пизжу. Дед! И вообще говорят, не свисти, блядь, не дома. Подожди-ка, на-ка. Ага, я пошел. Я пошел, дед, давай. Подожди-ка. Вначале вот этих вот типочков бы мне как-нибудь заструлякать. Так, секундочку, дед. Подожди. На-ка. Ой, блядь, дед, отойди, так шо ж я тыкаю-то, блядь? Я ж для кого тыкаю-то? Блядь, так... Слезь, блядь. Иногда конь это вообще очень плохо. Иногда коняшка это очень плохая хуйня. Так, секундочку. Но этих дурачков надо, блядь, надо. Давай ты их сам убьешь, короче говоря. Давай ты их сам убей. Я пошел. Так, вот это вот я сделаю, вот это вот я тоже сделаю. Бежим. Дед, убей вначале своих этих дурачков. Так, ну-ка отстань. На-ка. Блядь, да в принципе он легкий, только блядский. Засранцы, меня бесит. Так, попили. Так, чувачочек. Так, не-не-не-не. Да, блядь, какого хуя-то? Дед, ну это нечестный дед. Ты нечестный дед, ты понимаешь? Ты нечестный, так ты можешь уйти куда-нибудь. Алло, Алёшка. Так, попили. Дед, пойдем за мной. Пойдем за мной сражаться сюда куда-нибудь. Да. А ты меч еще, наверное, достанешь, да, свой могучий? Так, секунду. И шо ж будешь делать? Ох ты какой, да, опасный. На-ка тогда. На-ка тебе, посраку, посрачник. Опа, так я увернулся, я прыгнул, алло. Я ж прыганюч. Опа, не хуйца ты, не-не-не-не-не. Такого не надо мне тут. Банч, ой, блядь. Одного забрал, дополнительно. Бля, куда хп-то все потратилось у меня? Эти сраные лучники меня задрали, блядь. Они мне все хп тратят. Я пошел посижу, короче говоря. Эти лучники куски говна. Так, секундочку. Сейчас мы деда выманим сюда. Надо просто лучников вначале заебошить. И вообще, наверное, все-таки алебарду возьму, потому что она подлиннее просто. То есть не так надо будет подходить прям к деду. Давай возьмем вот этого. Дед, давай сюда. Ну-ка, дед. Цып-цып-цып-цып-цып. Дед. Давай. Так, все, лучник, идешь нахуй. Иди нахуй, лучник. Дед, Герова-Гир, блядь. Герова-Гир, давай. Дедося. Алло, дедося. Ну хорош мне стрелять-то, блядь. Дедося, пошли. Вот сейчас бы заклинания, конечно, не помешали, блядь. Ты идешь или нет? Мне долго тебя ждать-то, блядь. Нихуя. Не согласен я, ага. Так, бляха. Так, подожди. На-ка. Не-не-не, подожди, я передумал. Ага. Панч. Не-не, подожди. Меня летят уже хуйнюшки. Давай сюда. Да. Вот какой опасный, блядь. Ой, какой опасный. Давай, сюда. Дальше иди. Да иди дальше, блядь, сюда. Да. Чтоб меня лучники не лучили. Ага, хорошо. Ой, хорошо. Так, что ты делаешь? Ой, так не надо делать. А как ты меня ударил? А, меня лучники до сих пор ударяют, блядь. Лучники задрали. Так, секунду. Сколько можно-то, лучники? Так, пошли сюда. Пошли сюда, давай. Вы когда про меня забудете-то там? Да заебал, блядь. Лучники незабываемые, блядь, какие-то. На-ка. Ага. Аккуратненько попёздываем его, короче говоря. Так. Ага. Вот хорошо. На-ка. В принципе, так можно его по-быстренькому достаточно пройти. Что такое? Ух ты какой, да, опасный, блядь. Ну на, я вот так вот умею. Бам-бам-бам. Ой, хуёво сделал. Ага. Так, подожди-ка. По жопе. Не-не-не-не. Что такое? Что ты хочешь мне? Нет, подожди. Да подожди ты, блядь. Нак-те. Блин, зеленушка тут так быстро устанавливается. Вообще кайф. Ой, бля. Ну вот сейчас понеслась, пизда. Нака. Ага, по ножке. Так, что? Прыгнешь? Не надо прыгать. Нака. Подожди. Что такое? Ой, ну хорош. Хорош тут, блядь, на меня. Ага, не-не-не. Не вышло. Подожди. Да не вышло у тебя. На, говорю.
Ага, не вышло у тебя. На, говорю, подожди-ка. Ну на, ладно, еще ударчик. Ой, нихуя. Ой, нихуя. Ты думаешь, ты, дед, блядь, что, самый умный, что ли? Ой, блядь, нихуя. Не-не-не, на тебе по сраку. Ой, блядь, тихо-тихо-тихо. На тебе по жопе-то. На тебе по жопе-то. Подожди-ка. Ага. А ты тоже так умеешь, да, типа разворачиваться в полете? Я понял тебя. Я тебя услышал, дедок, подожди-ка. Ага, не-не-не, спокойненько, спокойненько. Ты чё, ты таблетки забыл принять, или чё такое случилось с тобой сегодня? Ага, я просто сквозь тебя пробегу, да и всё. Ой, не-не-не, даже не думай об этом. Подожди. Куда ты собирался ударять? Ты куда-то вообще ударяешь, не туда, по-моему. Ты меня вообще видишь, нет? Ой, бля, ну ладно, видит, нормально. Видит всё-таки. Поверил, проверил. А ты давай вот этого ещё ёбни как бы там заодно. Не? Не хочешь вот этого ёбнуть, который там сзади нам сейчас мешать будет? Бля, подожди-ка. Вон того, да, он ёбнул его немножко. Опа, еще ёбни его немножко. Не? Ну тогда я с тобой тут это, сам попитаю. О, хорошо, вот это хорошо, ты молодец. Дед молодец. Дед молодец, так попью. Ой, подожди. Да я прыгать уже хотел. Ебучая отмена анимации, так и не придумали, блядь, до сих пор. Так, подожди-ка. Отбежали, попили. Отбежали, попили, все хорошо. Так и не придумали, пока я пью, что я могу перестать пить. По своему желанию. Ой, да куда? Ты куда? Ты куда? Ай, блядь. Я увернулся. Блять, подожди-ка. Давай еще попью. Сейчас на последних секундах тут, блядь, деду проиграть по-моему. Ой-ой-ой, подожди. Так, по жопе. Последний удар. Последний удар ему ударь. Хорошо. Какому-то деду бы сейчас еще проиграл, ну нихера себе. Так, ну минус дед получается. Минус дед, все хорошо. А, и что, и все? Это еще и рядовой враг обычный, да? Секундочку, вы серьезно? Вы серьезно? Это типа считается просто рядовой вражиной и все? Ну это обидно, конечно. Так, ребятушки, я возьму, наверное, все-таки свой мэтч. Мэтч, у него как-то побольше ударов было. Точнее, побольше урона. Так, ну смотри, смотри, чувачочек. Что? Лук, блядь, до сих пор? Да ебаный в рот твой лук. На-ка, на-ка, на-ка. Хорошо. Так, что ты мне тут напишешь? Выманивание сейчас не помешает. Ну вот да, я в принципе тем и занимался. Тем и занимались мы. Та-та-та, та-та-та, та-та-та-та-та-та-та. Тот-торо-дот-торо-дот-торо-дот-торо-дот-торо-дот. Аккуратненько идем. И к себе мы никого не приманиваем. Так, блять, это я уже спалился, конечно. Подожди-ка, подожди-ка. Все. Так ты, блять, хорош тут. Хорош. Уйдем. А что делать? ХП мало. ХП-то мало. Хэпписов-то нету. Хэпписы-то не хэпписы, блядь. Как мне от вас уворачиваться, скажете? Так, секунду. Ну как-то так, а так, мансить, блядь, я не знаю. На-ка. Ну на-ка, ну-ка умри. Ой, блядь, хорошо, увернулся от стрел. Последний момент. Так, а вот так вот вы проходите? Нет, не проходит, хорошо. Так, бежим сюда тогда. Бежим. Ага. Так, ребятушки. Ой, вы прям ломаете эту хуйню, да? Сломаете, нет? Так. Банч. А я такой подбегаю от меня, такой банч. И такой оп-оп-оп-оп-оп. Отошел. Ага. Так, ну что? Ой, блядь, подожди-ка. Бунч. Хорошо. Хорошо, прекрасненько. И бунч, бля, как прыжоча решает, я не знаю, мне прям по кайфу. Так, дружочек, чё хочешь? Тыщ, да, ты говоришь? Ты говоришь тыщ, а я говорю бырыщ, блядь. А я всё, а ты всё. Так, ну ладно. Эстусианского вроде всё сделали, всё вроде хорошо. 2500 у нас тем временем. Так, что ты мне тут хочешь сказать? Да славится храбрость, да, ну да. Ну да, я такой, ну да, не буду скрывать. Золотая руна. Хорошо, золотую руну можно, в принципе, на что-то там обменять у мать матери. Насколько я понял, она говорила. Еще комок плоти какой-то, блядь. А, кисть затекла, которая ломалась, блядь. Иногда бывает, я сижу в одном положении, у меня кисть находится, и она что-то затекает, прям как-то по-дурацки. Впереди требуется удачи. В смысле удачи? У меня эстуса нихуя нету. Какая удача? Какая может быть удача? Тут что-нибудь есть? Нету ничего. Блять. А можно мне какие-нибудь материалы, короче говоря, пожрать? Вот типа вот эти вот все. Зелень там. И сделать себе какую-нибудь, не знаю, лечилку, хирилку. А, фляга багровых зульсов. У меня две их. Подожди-ка, что? Откуда? Восстановилась откуда-то? Это, видимо, когда я красненьким был, когда зачистил территорию, да?
Может быть, это лечение? Грипп? Или какое? Что лечение? Непонятно, ладно. Так. Здравствуйте. Почему мне требуется удача? Тут никого нету. Почему мне требуется удача? Объясните мне. Привет. Иди сюда. Иди ко мне сюда. Мне говорят, требуется удача, а я не хочу как бы пока что испытывать ее. Я не хочу, мы только что прошли тут. Дай-ка... Нет! Сучамба! Так, секунду. Возродил из ниоткуда, блядь. Так, секунду. Ну ничего, ты бежишь-то на меня. Что тебе надо? Так, секундочку. А, ты какой-то однохпшный. Подожди-ка. А почему ты такой однохпшный? И раз. Ага. Отошли. И два-с. Хорошо. Почему он был однохпшный? А, или это я того не добил? Это, наверное, того не добил. На-ка. Ага. Нормальненько, нормальненько. Смотри, как умею. И раз, блядь. И два с нахуй. И три с, блядь. Хорошо. Хорошо, прекрасненько. Вот, смотри, да, добавляется у меня Эстус. Это прекрасно, на самом деле. Это очень хорошая механика. Мне она очень нравится. Так, рябина. Рябина. Хотя она странно растет. Смотри, вот как рябина растет. По идее, рябина растет. Это уже такие, как бы, деревья здоровые, нормальные такие. Что-то я ни разу не видел рябину вот в кустах, типа. Как, не знаю. Узри, победа, да, конечно, победа. Типа, когда она вот кустарничком маленьким, как черника такая растет, ты когда-нибудь видел рябину? И вот такую вот, типа, я не видел. Это вот я честно признаюсь, я не видел. Я обычно только на деревьях, вот, на всем вот этом. А вот это вот мисс Крапива. Получай, Крапива, ебучая. Так, ну хорошо, ладненько. Идем тогда дальше. Идем дальше. Что у нас тут? Осторожно, враг. Да заебали, где? Где? Где осторожный враг? Грозовой холм. Да, я вот это подберу. Золотое семечко. Заебись. Семечко тут подбирает. Хорошо, ладно. Не знаю, что это такое. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что за золотое семечко. Где оно у меня? А где оно у меня? Воспоминания о благодати, инструменты, материалы. А вот это? Увеличивает число применений священной фляги. Опа! Укрепляет вооружение до плюс 3. То есть, это типа... этот? Так, скажу. Как, блядь, назывались-то эти камни ебучие? Да я, что я забыл-то вдруг? Слово из головы вылетело. Ой, ну ты понял. А вот это для улучшения эстуса. Ладно, хорошо. Это мы запомнили, это мы как-нибудь этот применим при следующем кострище. Идем пока тогда куда? Мне бы реально какой-нибудь костер бы тут не помешал, кстати говоря. Вот это оно, вот это костерчик, нет? Дай мне карту, пожалуйста. Костра не наблюдается, кстати говоря. Вообще не наблюдается. Да куда ты, блядь? Вот, да все, ку-ку-ку-ку-ку. Так, ищем костре. Ищем костре хоть какой-нибудь намек. Там вроде не костре. Там вроде какая-то хуетуция. Типа валяется что-то. Это вроде не костре. Вот это костре? Не, это черепуха. Это все не то. Ёб твою мать, блядь. Подождите, ребят. Дай-ка попью еще на всякий случай. Здоровеньки. Что за волчья угроза тут, блядь? Ну, смотри, как я умею. Панч, блядь. О, я теперь тоже научился в полете переобуваться, блядь. Панч. И они меня в полете, походу, укуснуть не могут. Подожди-ка, нихера, реально? Ну-ка, смотри как. И раз. Хорошо. Отпрыгнули. Бля, какие тут волки медленные, кстати говоря. По сравнению с ДСК 3. Мне бы уже там всю жопу откусили, а здесь как-то не так. Прикольно, ладно. Но продвигаемся тогда. Тогда продвигаемся. Блин, ну что так холодно стало? У меня вроде все закрыто, а почему-то холодно. Непонятненько. О-о-о-о-о-о-о. Вижу цель, иду к цели. Вижу цель. Вот она, моя целюшечка. Давай присядем, наверное. Подожди, сейчас вот эту вот херню подберу и присядем. Секундульку. Секундульку-погодюльку. О! Это опять какой-то этот человечек. Тут у каждого костра есть какой-то человечек. Ну, у большинства. Так, что у тебя? Мечевидный ключ. Хорошо. Такой, кстати говоря, нам предлагали в самом начале брать. Лачуга на грозовом холме. Здравствуйте. Все были приращены. Все, кто был со мною. Ради меня плыли за моря. Ради меня сражались. Да? А в итоге у них отняли руки. Отняли ноги. И даже головы. Отняли и приделали к пауку. К пауку? To the spider? Интересный факт. Если тебя прирастить к пауку, ты станешь куколкой. Да я и так, блядь, не ничего такое. Довольно забавно, если подумать. Охуительно прям, забавно, пиздец. Сесть боком мне дала.
Ты ведь путешествуешь... И направляешься в замок грозовой... Вероятно, поддавшись уговорам человека в белой маске. Ой, ты прям хочешь слиться с пауком воедино? Да не хочу я. Тогда мы с тобой два сапога пара. Но мне не достает твоей отваги. Это, знаешь ли, страшновато, когда тебе отрезают руки или ноги или голову. Ну неприятно, да. Я хочу быть как все, но я слишком испугана. Я трусиха только и всего. Да это нормально, я тоже ссал бы, если бы мне голову хотели, блять, отрезать. Ты чё? О, я знаю. Не возьмешь эту кроху с собой? Какую? Прах призрачной медузы? Ты в курсе, что ты странная мать какая-то? Ты зачем это в кармане таскаешь? Этот бедняга заслуживает кого-нибудь храбрее меня. А духи к тебе благосклонны. Малыш будет рад твоему обществу, полагаю. Так это же прах. С помощью колокольчика призыва духов и праха можно призвать различных духов. Призыв тратит ОК. Одновременно можно призвать духов только одного вида. В сетевой игре духов призывать нельзя. Чё? Чё? Не туда. Или туда. Не туда. Снаряга. Вот это? А нельзя. А нельзя просто так. Видимо, она на каких-то знаках, наверное, или что. Или как-то так. Ну ладно, пока уйди. Бля, мне не нравится. Почему колесиком-то нельзя менять? Подожди-ка, дай-ка я настройки залезу. Управление. Пригнуться, откат, движение. Управление движением. Мне нужно стрелочку, короче, перескать. Вот, сменить предмет. Давай вот это вот еще. Опа. Сменить чары молитвы вот так вот. Опа. И можно будет нормально, да? Прокрутить справка назад, короче говоря. Во. Подожди, да назад еще. Во, блядь, вот это хорошо. Нормас. Вот так вот хорошо. Мне хоть привычно на колесико так делать. Так, что еще скажешь? Была рада встрече. О, если вдруг встретишь в замке грозовой завесы маленьких куколок, передаем пару слов, хорошо? Скажи им, что я их люблю, и невзирая на свое малодушие, скоро я к ним присоединюсь. Я со временем стала хорошо понимать, что значит боль. А, ну и все. Ну ты странная мать, конечно, какая-то. Ладно, я бы тебе помог, но ты как-то вроде не нуждаешься. Хотя вроде нуждаешься. Хер тебя поймешь, короче говоря. Так, костер мне говорит, куда идти? Вот туда идти. Наверх. Ну наверх это, видимо, в обход куда-то, да? Подожди-ка, дай-ка я открою карту, посмотрю. Он мне говорит, куда идти? А, подожди. Вот так. Вот так. Чего, бля? То есть я шел вот сюда. Это вот это вот ворота. Прошел сюда. А термина куда получается? Куда вот я сейчас пройдусь? Вот, чтобы не понимать немножко. Хуй я куда прошелся, подожди-ка. Никуда я не прошелся. Так, секундочку. Вот сюда я пойду, это я в какой стороне окажусь? На карте. А то я немножко путаюсь, там не нарисовано, куда смотрит его персонаж просто. А, это я вот здесь. Значит, назад сюда, значит, вот это туда. Значит, я сейчас смотрю сюда. Направо это туда. Назад это туда. Ну, чтобы пройти сюда, мне надо пройти вот сюда. Получается. Все-таки топографического кретинизма у меня нету вроде как. Опа. Здорово, блядь. Извините, все-таки не до конца еще вылечился. Получается, сейчас я иду. И где-то налево будет поворотик вроде как, судя по карте. Давай посмотрим на этот поворотик. Так, ребятишки, ребятня. Три-татушки, три-тата. Сзади всех я нападаю и немножечко лишаю жизни вас. Так, все, секундочку. Немножко не в ритму, но, в принципе, похуй. И банч, и банч, и банч. Есть такое просто этот древнерусское имя. И банч. И банч Сергеевич, понимаешь? Просто так. Болт забираю. Да, блядь, тлеющая бабочка забираю. Что ж такое-то? Подожди, чай выпьем. Что ж за хуйня-то с голосом? Давай, не подведи-ка меня. Так, и здесь где-то есть поворот налево. Налево, вот он, да, наверх. Да ебать тебя в рот. Что ж за хуйня-то? Ну, не тебя, конечно, это образно. О-о-о, человек пригибается. О, кстати, если что, мы тут треснемся, да, смотри-ка. У нас тут статуя есть, статуя статая. О-о-о-о-о. Та-да-т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 а-д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 а
Так, Скоробей, ты мне что резнешь? Чтобы добавить новый навык в свое оружие, воспользуйтесь точильным ножом и пеплом войны. В местах благодати у оружия может быть только один навык, прежний навык будет удален. Набор навыков оружия зависит от его вида. Типа заточка, да, какая-то. Чтобы изменить пепел войны, вы можете изменить вид атаки оружия, усилить бонус от характеристик, свойства оружия зависит от его вида. Дикие удары. Ебать. Ну хорошо.
Ты дурак, что ли, какой-то? Или что-то такое было? Откуда стреляют? Блядь, что за артиллерия? Тут танки добавили или что-то такое, блядь? Откуда выстрел-то хоть был? Что-то я не понял. Вы откуда стреляли? Ребята? Откуда-то стреляли? Не понял я. Бач! 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 Прыгай, 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 прыгай. Так, секунду. Откуда-то, блядь, вон откуда-то стреляли. Подожди-ка. Бунч, бунч, бунч. Хорошо. Сейчас будет выстрел. Выстрел будет. Опа. Нихуя. Блядь, да ебать тё. Это что такое-то? Что за уроды-то такие? Попили мы. Так, подожди-ка, вот давай я тебя выведу немножко, да? Куда ты? Ты за мной, да? Ну давай, ударяй. Опа. А я стрик как умею. Будюнч, будюнч. Как мне нравится этот прыжочек. Просто прекрасный прыжочек. Так, армейский щит тем временем мы взяли. Но щит, вот щит, это точно не про мое, мне кажется. Что-то щитом я пока пользоваться прям совершенно не планирую. И раз, и два. Хорошо, прыгаем, прыгаем отсюда нахуй. Так, стоит там где-то. Кто? Здоровенько, блядь, ты че тут? Еще и он с этим, с горном стоит. Нихера себе. Да кто в меня, блядь, стреляет-то? Откуда здесь столько вас, блядь? Подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Сейчас опять прилетит мне в спину. Блин, лучники, это пиздец неприятно. Вот только ради них щит, знаешь, стоит брать. Вот ради одних их. Что-то прям вот это вот вообще мне не нравится, конечно говоря. Понятное дело, мне еще не нравится вот эта вот артиллерия, блядь. Да ебать его. Это очень жесткая хуйня. Так, секунду. Дай-ка я бегу куда-нибудь. О, вижу, блядь. Вижу цель, бегу к цели. Раз, и там еще сзади него какой-то урод. Подожди-ка. Там еще вот здесь вот. Ага. Хорошо. Раз. Вас. Подожди, подожди. Трис. Хорошо. Нормальненько, нормальненько. Так, тебя. Тебя я знаю, что с тобой сделаю. Тебя-то я знаю. Подожди-ка. Опа. И раз, блядь. Хорошо, хорошо. Это я сильный удар применил. Видишь, я потихонечку обучаюсь. Потихонечку обучаюсь. Так, это что у нас такое? Это фильфилин? Фильфилин? Хорошо, ладно. Фильфилин, хуй с ним. Зайду я, наверное, отсюда. По идее, эта пушечка-говнюшечка не должна это как-то среагировать, наверное, на меня, нет? Так, потихонечку, подожди-ка, попьем. Нормально. Присядем дальше. Так, 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 так. Вон ей управляет говно кусок. Так, секундочку. И раз, и два. Нормас. О, бля, пацаны, вы меня заметили, да? Подожди-ка. Я же вроде пригибался там, все дела. Ну ладно, хорошо. Нет, так нет, подожди-ка. Так, секунду. И раз. Хорошо прям. Отошли мы, отошли. И раз. Прекрас. Заебись. Так, ну тебя можно и обычно, да? Подожди-ка. Бля, как удобно. Как удобно-то все. И все, и фляга восстановилась. И вообще все хорошо. Очень классно, очень классно. Мне это вот очень нравится, что после толпы врагов восстанавливается фляга. Оно прям намного легче становится. Прям, не знаю, охереть как легче. Так, хорошо. А я этой херней управлять могу или нет? Да, конечно, блядь. Раз хотелось. Раздумался тут. Так, а что-то как-то тут опасненько, да? Опасненько здесь, да, как-то? Что-то укрываются, блядь. А чё укрываетесь, пацаны? Тут вроде костер, все дела, все нормально. Ну-ка, дай-ка я посижу. Утраченная благодать обретена. Давай я присяду тогда. Чё бы нет-то. У, нихера, время-то прошло. Угу. Фляги увеличить, давай, да-да-да-да-да-да-да. Золотое семечко, хорошо. Назад. Поговорить с Мелиной, вон что-то можно еще, давай, поговорим. А, Мелина, она же сказала. Этот едва уловимый золотой ореол — благодать древа Эрт. Свет, который некогда сиял в очах всех погасших. Говоря, теперь он — твой единственный проводник. Ты ведь видишь их, да? Лучи благодати, что озаряют твой нелегкий путь. Ну, наверное. Так, скоротать время, поговорить. В замке Грозовой Завесы, что на скале, живет один из хозяев осколков. Полубог, унаследующий фрагмент разбитого кольца Элден. Если лучи благодати озарят замок, значит, кольцо Элден взывает к себе. Мы договорились, что я буду помогать тебе. Блять, тяжкие испытания, которые готовят тебе кольцо, что-то она там мне поможет, короче говоря. Ну ладно. Ну ладно, давай тогда. Давай, мать, пока. Я думал, что ты мне сделаешь, но нет. Впереди чудовище. Воин. Ладно. Давай. Впереди чудовище воин. Это что такое? Коснулся вот того знака призыва. Чародей Рожер. Подожди-ка, чародей Рожер. Давай мы хотя бы посмотрим, наверное, на это чудовище или что. Сильный враг, так что призыв попробуй.
сильный враг. А давайте мы, короче говоря, сделаем это в следующей серии. Вот что я вам скажу. Раз уж мы тут так остановились, давайте мы это сделаем в следующей серии. Пойдем посмотрим на сильного врага. Возможно, призывом воспользуемся впервые за игру. Почему нет? Мне, в принципе, интересно посмотреть, что за призыв. А пока что подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Вступай в Discord-сервер, вступай в телегу, подписывайся на нее. И увидимся с тобой в следующих сериях прохождения Elden Ring. Всем удачки и покасики. Давайте.